В крае растет число предприятий и предпринимателей-банкротов. Из 16 миллиардов рублей долга края перед федеральным бюджетом 7 на счету обанкротившихся. Это почти половина от общей суммы долга, пояснил руководитель управления Федеральной налоговой службы региона Юрий Куриленко. Долги банкротов, которые имеют достаточно долгую ретроспективу. Поэтому сейчас взыскание их в нужном объеме необходимо достаточно затруднено, потому что невозможно уже по истечению большого количества времени найти те или иные источники их погашения. Эффективность взыскания в процедуру банкротства у нас пока не превышает 10%. Тем не менее, впервые за несколько лет общая сумма задолженности по налогам и взносам за 10 месяцев этого года сократилась более чем на 3 миллиарда рублей. Это более 17%. Снижение происходит в основном за счет взыскания, а также работы судебных приставов, пояснил Куриленко. Основная часть задолженности, 80%, покрывается за счет принудительного взыскания.